нас есть человек, которому мы делали операцию на голову, вставляли сюда пластину, потому что у него не было кости. Мы гарантируем полное обеспечение, соответственно, на то время, пока мы их дальше не эвакуируем. Люди приезжают, мы их сразу отправляем к врачу, и выясняется, что у нас несколько случаев сифилиса, у нас очень высокий процент ВИЧ, у нас есть гепатит, у нас недолеченный туберкулез. И в силу того, что мы не можем их лечить бесплатно по государственному полису, потому что мы не можем показывать их паспорта, мы это все делаем анонимно в платных клиниках, на это уходит очень много денег. Мы будем очень рады, если вы сможете как-то помочь в этом вопросе.